Уже в пятницу на «Беларусь-1» и «Беларусь-24» состоится финал национального отбора на детское Евровидение. И мы продолжаем вас знакомить с его участниками. Под вторым номером выступит Анастасия Жабко, которая сегодня к нам пришла в студию в компании своего брата Глеба Жабко. Доброе утро. Доброе утро. Настя, Глеб, расскажите, как называется песня и о чем она? Моя песня – это скорее посылка всем тем, для кого непонимание является проблемой. И кто не может самовыражаться так, как этого душа желает. И я думаю, что эта тема скорее ближе подросткам и молодежи. Поэтому песня называется «Пойми меня». А расскажите, как идет подготовка к выступлению? Пятница уже близко. Подготовка идет в этом году достаточно спокойно. Песню написал Влад Чижиков, а Настя, собственно, сама при встрече озвучила тему и содержание, собственно, как и стилистику песни. Вот. Но главной задачей у нас была Насте дать возможность быть собой и не мешать. Мы предоставляем площадку как раз таки песни «Пойми меня». Анастасия Жабко, пожалуйста. Я словно в фильме, но сценарий написан за меня. Я не могу быть идеальной день изо дня. Кто придумал тогда эти рамки для нас и связал наши крылья? Пойми меня, каждой птице нужен полет. Пойми меня, не познать мир через окно. Нам очень сложно новым взглядом увидеть.